Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сегодня мы выполним задание Lesson 33, урок 33, Exercise No. 1, упражнение 1. Послушай рассказ новой актрисы театра. О чем бы ты ее спросил? Внимание! Where do you live? Where do you live? Can you tell me where do you live? I live in London, sometimes in Oxford, sometimes in Cambridge, my dear friend. Теперь нам нужно посмотреть на рисунок. Первый вопрос, который можно задать: как тебя зовут? What is your name? И на рисунке мы видим ответ. Имя Мэри. Следующий вопрос. Есть ли у тебя мама и папа? Have you got a mother and a father? И третий вопрос. Умеешь ли ты петь? Can you sing? И возьмем еще один. Последний вопрос из разговора. Where do you live? Итак, мы составили 4 вопроса для новой актрисы театра. Первый вопрос. What is your name? Как тебя зовут? Второй вопрос. Have you got a mother and a father? Есть ли у тебя мама и папа? Третий вопрос. Can you sing? Умеешь ли ты петь? И четвертый. Where do you live? Где ты живешь? Задание выполнено. Если хотите смотреть остальные видео, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.